Саша, сейчас едем к бабушке в школу. Ну, Сашка, давай вместе есть. Ну, погоди, Милаш, сейчас я тебе покатаю. О-о. Милашка, поехали дальше. Милашка, смотри, а вот это вот все школа. Ой, посмотрите, какой большой замок. Ну да, просто огромный, наверное, с размером сиреноголового. Тут сиреноголовый живет? Да нет, Милашка, просто живет Cartoon Cat. Cartoon Cat? Да ладно, я пошутила. Поехали, Милашка. Пошли. Чучи забрали, теперь идем домой. Что ты обманываешь? И вправду? Милаша, убегаем! Сейчас давай быстрее! Раз я на голову на нас бежит! Этот амангаз, как семечки, не могу оторваться. Я нажимаю. Опачки! Так, дискус. И чем же ты тут занимаешься? Да так, ничем. Решил просто новости почитать. Лучше бы книжку решил почитать. Учись у ребенка 3 года, а уже книжки читает. Дуба-дуба-дуба. Ха! Она только картинки рассматривает. А, телефончик. Сейчас я амангаз поиграю. Так, мой телефон не трогать. Я и поиграю чуть-чуть, а папа не заметит. Готовьте и готовьте. Мы луна, это... Thank you.
Ты без меня в телефон не играла, надеюсь? А давай, ты мне мороженое, а я тебе куклу. Хорошо, нам. Yes! Опять мороженое. Дай морожка. Нет, не дам. Ах так. Вот это. Ты мне мороженое, а я куклу. Ну ладно, держи. Съедай. Yes! Мороженое! Да сколько у меня мороженого? Дай морожка! Нет, не дам! Ах так? Ладно, ладно. Ну хорошо. О! Удлинение руки! Это мое мороженое! Хотят мне дать? Вот эту куклу, на! На, держи! На. Морожка, yes! Ой, какая красивая! What? Мороженое! Морожка, дай! Нет, не дам! Ну, пожалуйста, дай морожка! Вот, держи! Посмотри, какая красивая! Вот кукла! Ну, на, держи! Спасибо! Пожалуйста, съедай! Класс! Какое оно веселое! Дай мне мороженое! Нет, не дам! А это держи! Да! Какое оно смешное! Это настоящая сказка! Погода она закончилась, ну ладно! Заболел! Эх, папа, будем лечить! Я больше не буду есть много холодного мороженого! О, девочки, в конструктор играете? Да. Пойдем-ка на улицу быстренько погуляем. Отличная идея. Кто? Берем мяч с собой. Где будем играть, девочки? Это же было давно. Сейчас уже давно их нет. Ладно, пойдем на школьный двор. Ну попробуйте забить мне гол. Я ловлю, сейчас любой мячик отберу. Давай еще раз. Да кажется, там нет никого. Вам показалось, девочки. Ай, ладно, все, давайте продолжать играть. Я, папа, лови. Ну как? Ну хорошо, Милаша, теперь давай мяч мне. Я теперь тебе буду забивать гол. На ворота становись. Ну что, готова словить? На ворота, быстро. Головы. Да, надо убегать. Надо убегать. А нет, стой, подожди. Я даже мячик забегать. Девочки, подожди, сейчас за мячиком сбегаю.
Бежим! Бежим! Быстрее! Быстрее, давайте! Девчонки! Давай, милашка! Я забыл перчатку твою! Все! Ух, мы убежали, милашка! Больше мы, девчонки, к лесу не ногой! Я-я-я-я-я-я-я-я-я! Чему ты так радуешься? Катеньки, мочи некуда и сидички ему наделать. Сейчас я сиду больше снизу. Милана! Кто? Это не я, это снег. Ну смотри мне. Милаша, смотри, сколько техники дорогу убирают. Попробуй. О-о. Откуда же заголовок в городе у бабушки? Я не знаю, надо чётче сказать бабушке. Может, она здесь точно не найдет? Короче, Маша, пошли домой к бабушке, сообщим, что в городе завелся сиреноголовый. Так хочется чего-нибудь вкусненького. Я тоже хочу. Я собираюсь в магазин. Девочки, вам что-нибудь купить? О, папа Долова, купи мне молочко. И мне купи, только в стаканчике. Срочные новости. В нашем лесу завелся сиреноголовый. Будьте бдительны и не ходите в ближайшее время в лес. Папа, ты никуда не пойдешь. Дорога в наш магазин через лес. Там сиреноголовый мой тебя поймать. Мы тебя не выпустим. Да это все сказки для детей. Вы как хотите, а я иду. Пойдем, сейчас сходим к чему-нибудь купим в магазине. Могли бы со мной не идти. Я сиреноголовый, не боюсь. Это ты сейчас так папа говоришь. Пап, ты потащи Тунечка. Так, после 10 лет жизни с вашей мамой я вообще ничего не боюсь. Очень классно. Почему так быстрее? А мне нравится. А мне не нравится. Хорошо.
плохая затея, папа. Зато это самый короткий путь к магазину. Стойте, вы сидите? Что? Где? Сиреноголовый! Что случилось, папа? Мне показалось, что я увидел сиреноголового. Папа, да я обещаю, ты меня мисс... Ну, он трусишка, зайчик серенький. Ну, мне просто показалось. Пойдемте. Девочки, там сиреноголовый, бежи! Девочки, нам нужно срочно разъединиться. Вы бежите сюда, а я вас отвлекаю его. Эй, сиреноголовый, я тут! Эй, сиреноголовый, я здесь! Иди сюда! Иди сюда! Я тут! Кажется, мы убежали. Теперь ждем папу. Папа, хорошо, что ты убежал. Девочки, больше в лес ни ногой, пока не уйду сиреноголовый. Едем домой на машине. Ребята, а вы знаете, кто такой сиреноголовый? Не всегда, кто ставьте лайками. И подписывайтесь на мой канал. На Изызайки. Всем пока. Какая ты красивая. Здравствуй. Девчонки и мальчишки, привет! Мне сегодня Олаф рассказал, что у какой красивой девочки день рождения. Это правда ты? Да, пятерка. А ты меня узнала? Здорово! Ты знаешь, я смотрела на тебя, когда ты смотрела мультик про меня. Видела я тебя немножко там под подбула один разочек? Вот еще, вот ты. Я очень давно мечтала прийти к тебе на день рождения. А эти замечательные девчонки и мальчишки мои друзья. Я хочу с вами познакомиться. Кто меня не знает, я Эльза, очень приятно. И мы сегодня отправимся в Эрендел в зимнюю сказку. Дело в том, что в Эрендел попасть-то не просто, потому что там остался один очень злой человек. Опа, еще. А теперь все сосульки должны быть приклеены сюда.
Маша, как же пузырики? Очень классно. Мне кажется, ты уже попробовала все. Из-за верки шоколад.